только раз и многие-многие другие. Звучит романс, романс живет мгновением, он забирается в судьбу мою, молчу, но вместе с вашим пением, всем существом своим и я пою. Эти слова я говорила много-много раз Николаю Владимировичу, потому что, слушая его, нельзя было не петь всем существом вместе с ним, даже не имея никакого голоса. Почти во всех вечерах романса Николай Владимирович обязательно пел романс только раз. Это один из любимых его романсов. И почти всегда перед этим романсом звучали великолепные стихи Александра Пушкина. «Не спрашивай, зачем унылой думой среди забав я часто омрачен? Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкой жизни сон, не спрашивай? Зачем душой остылой я разлюбил веселую любовь и никого не называю милой? Кто раз любил, уж не полюбит вновь. Кто счастье знал, тот не узнает счастья. На краткий миг блаженство нам дано от юности, от нег и сладострастия. Останется уныние одно».
Не одно десятилетие звучит, пленяя сердца слушателей, романс Фельдмана на стихи Риттера «Ямщик, не гони лошадей». Волокиных, обработка Хомякова, разговаривай гармошка, исполняет ансамбль городского дома культуры «Русская песня», руководители Тамара Ирыгина и Виктор Хомяков. Thank you.
Виктора Хомякова, стихи Николая Абушенко. «Люблю Калачинск». Городского дома культуры «Русская песня», руководители Тамара Ярыгина, Виктор Хомяков. Январь 1995 года. Всем памятный конкурс «Пою хвалу тебе, Калачинск». К поэзии Николая Абушенко обратилось три калачинских музыканта: Александр Ханжин, Виктор Хомяков и Николай Литавин. На его стихи было написано 4 песни. Это рекордное число в этом конкурсе. Когда-то Марина Цветаева сказала: «Если стихотворение нельзя спеть, это не стихотворение». Я считаю, что все стихи Николая Абушенко – это высокая поэзия. Все они очень песенны, все они очень музыкальны.
И вы в этом сможете убедиться, прослушав песню Виктора Хомякова на стихи Николая Абушенко «Омка, матушка». Поет Елена Луценко. Приглашаю на сцену Анатолия Чернявского. Музыка Литавина, стихи Николая Абушенко. «Мой город». Я с детства город этот всей душой влюблен в дома и улицы твои. Пускай пройдут года, калач из меня.
Спасибо, браво. Я вам уже сказала, что Николай Абушенко закончил студию при Омском театре музыкальной комедии. Конечно, вначале Николай Владимирович пел в хоре, потом были маленькие роли, занятия вокалом, работа в кардебалете, репетиции, гастроли во многих городах. И вот уже роли второго плана, сыграно большое количество спектаклей. Среди них такие, как «Марица», «Корневильские колокола», «Владимирская горка», «Нищий студент», «Белая акация», «Морской узел», «Веселая вдова», «Голубая мазурка» и, конечно же, оперета «Свадьба в Малиновке». Сейчас мы представляем вашему вниманию сцену из этой опереты. Итак, «Свадьба в Малиновке» играют Галина Рис, Николай Яковлев и Николай Абушенко. Стой! 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 Тебе что надо? Коня давай. Коняк? А где же тебе коня возьму? Когда у меня кругом одни волки. Еще нет коня. Нету коня. Так давай сапоги. А? Да, конечно, у меня старый. А. Каши просит. А ты мне дома здесь? Новенький. А что не спит? Мигом принесу. Эй, стой! А то раз и вдрызг, Форштейн. В общем так, произвожу наводку, после чего открываю беглый огонь. Эй! Свейн! Ну! На! Забирай, на! Соспугался! Давай сюда! Яку! Слухай, сынок, они ж тебе маленькие! Это я для них большой, маленький. Руки вверх. Скидывай сапог, вас применилось. Скидывай, я то убью. Не убьет. Скинь бог убью. Я и бог не убьешь. Но нет, путем. Она мне не заряжена. Ну и ловкий ты парень, а? Ловкий, а. Да. А кто ты такой? Кто? Я? Яшка. Яшка? Ага. Тьфу на тебя. Я-то думал, ты из банды Грицко. Я думаю, бежу. А ты... Ты Яшка перерыв. Третий правый твой разворот налево. Оп, трубка 15, прицел 120, батарея. Огонь! Пу! И мимо. Ловкий ты парень, а? Ловкий, да. Откуда ты идешь, а? Иду я с австрийского плен. Как у них там по-иностранному, на хаузен двигаюсь я. Ага, и все босиком? Нет, какой черт босиком? Вчера какой-то мерзавец мне сапоги-то и снял. Ага, вот. Видишь, мерзавец. Да. Сегодня с меня снял. Так тебе кто снял? Кто? Порядочный человек. Ну? Порядочный человек. Да. Так вот. Тебе вчера мерзавец какой-то снял? Да. Сегодня ты из меня, значит, порядочный человек снял. Так. Кто тебя опять снял? Нет. Своему? Нет. Поезд почему? А я уже завтра дома буду. Дома? Ага. Где твой дом-то?